Выделить некий один накерунок, на яким сегодня сконцентрована увага, у агрокомбинате «Холмич» немагчыма. Але нарыхтоўка кукурузы на силос явно сярод приоритетов. Моцные дажджы, якія прайшлі у минулую суботу, гэты процесс крыху замарудзілі. Тяжкая техника просто не могла выйти на палетки. Але зараз працоўны рытм адновлены. У адрозненні ад зерневых для кукурузы гэты год оказался достаткова спрыяльным, а таму у агракомбінаце разлічваюць на высокую ураджайнасць. На відео лучше, чем прошлый. И по урожаю, думаю, что центнеров на 100 должны быть более урожай на силах, чем в прошлом. При этом только кукурузой у агрокомбинате «Холмич» не обмежавались. Другий год у якости кормов для живелы вырошивается сорга. Культура, ведомая так само, как суданская трава. Ее плюс – наявность у растения цукру. У сполучения с кукурузой отрымливается особливо корыстный корм. У полной ступени это аналог цукровых бураков, которые неколи добавляли у рацион громадского статка. Але сорга больше легко вырошивать, а нарыхтока проводится звычайным кукурузоуборочным комбайном. Мы сеем обычно его в конце мая. Где-то после 25-го. И вырастает оно нормально. И вот этой весенней влаги, которой не хватает обычно, оно переносит. И, в принципе, вот два года мы уже занимаемся им, сорга. И вот в этом году даже засуха какая была, сильно не повлияла на сорга. Згодна з аператыўнай інфармацыяй аблсельгасхаршу, зараз кукуруза на сілас на Гомельшчыне убраная на больш як 5000 гектараў. Найбольш высокія тэмпы работ у Брагінскім, Жлобінскім, Калінкавіцкім і Рэчыцкім раёнах. Алексей Сюнцюров, Ольга Канавалова, Валерий Гапанько, телерадыокампанія «Гомель», Рэчыцкі район.